застала долго на свалке. Из темной долины по направлению к бару идет волна мутантов. Всем, кто поможет отстрелять нечисть, признательность нашей стороны гарантируем. Слово долга. Слабак ты меченый, пользы от тебя ноль. Так что и благодарности от нас ты не дождешься. Не за что тебя благодарить. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Если бы уроды всякие не мешались. Может, мы зону уже и вычистили бы до самого донышка. Сколько тут еще? Thank you.
забыл старые закладки проверить. Как бы не пошуровал в них. Oh!
найдутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходи в бар. Внимание! Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходи в бар. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг! Помоги мирным людям! Thank you.
добровольцы для выполнения... Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность – защитить мир от растущей зоны. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар «Сто рентген». Мы всегда рады новым посетителям. Иди своей дорогой, сталкер. Иди своей дорогой, сталкер. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходи в бар. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить. Внимание! Ищутся добровольцы. Стоять! Для выполнения территория для опасных, чужих закрыта. Но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходи в бар.
Как-то поймали наемники сталкера. Подошли к колодцу, окунули его головой вниз по пояс. Через блок удостоверитель спрашивают. Артефакты, помыло есть? Нет его. Опускают его еще раз, достали, спрашивают. Артефакты, помыло есть? Да нету. Опять окунули, и опять спрашивают. Артефакты, бабло, есть? Чего ты не выдержал? Блин, вы или опускаете тут, или держите. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Мерцы идут по зоне. Вдруг старый останавливается и шепотом говорит молодой. Вот такое, знаешь, руки руками показывают. Дальше-то что делать? А бывало, идет заводить радость. Вот, я же говорил, брешут, что тут обломали. Класс. А поновее ничего нет? Свое гнет. Я сказал, вали. Угнать, скажем, не угонишь, а вот нацарапать какую-то похабень с тебя станет. Ну ты выдал. Смешно же. Свободные сталкеры, ветераны и охотники. Настроение хуже не бывает. Защитить мир от заразы зоны — наша общая цель и задача. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты. Внимание, анекдот. Победоносной поступью идущий. Старые и молодые долговцы идут по зоне. Вдруг старый останавливается и шепотом говорит молодому: тихонько иди вон к тому дереву. Головастик на цыпочках пополз, аж вспотел. Дошел и руками показывает, мол, дальше-то что делать? А бывалый как завопит радостно. Во, я же говорил, брешут, брешут, что тут аномалия. А поновее ничего нет, хреновые шумы. Что у них? На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Твоя водичка зачем нужна?
какая тут свобода. Смертельные аномалии. Опасные мутанты. Анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Вечером, а баба домашнего на стол газячего. Внимание, выдаю шутку юмора. Как бы я солдат этих... Вот такое, знает кто? Второй раз. Как-то поймали наемники сталкера. Подошли к колодцу, окунули его головой вниз по сидят, пояс. Блин, перед минуту достают и спрашивают. Артефакт на нашем бабло есть? Он им нету. Опускает его еще раз. Достали, спрашивают. Артефакты, бабло есть? Да нету. Опять окунули и опять спрашивают. Артефакты, бабло есть? Ну, тот и не выдержал. Блин, вы или опускаете глубже, или держите дольше. Дно мутное, ни хрена не видно. Блин, да не смешно же. Пить как охота. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. И такой сиплый голосок отзывается тихонько. А тебе моя водичка. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Любители этого дела назначен на 9:00. Этого дела брать с собой по две бутылки. Ну ты выдал. Я тут вспомнил вас. Как-то поймали наемники сталкера. Подошли к колодцу, окунули его головой вниз по пояс. Через минуту достают и спрашивают. Артефакты, бабло, есть? Поможем. Нет, ох, и спрашивают. Еще раз достали, спрашивают. Артефакты, бабло, есть? Да нету. Опять окунули, опять спрашивают. Артефакты, бабло, есть? Для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Эх, черт! Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга! Черт, меня дернул! Защитить мир от растущей... И как меня угораздит! Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Эх, если б кто помог. И как меня угораздило. Блин. Добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Ну тормози, заинтересованным.
Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Эх, вот всегда бы такая пруха была. Это если прикинуть... Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Здорово, омеченный. Да, вот ведь как грустно все выходит. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Как делишки? Здорово, меченый. Принес документы с агропрома? Отличная работа, меченые. Наконец документы у нас. Теперь мне надо в них разобраться. Может, узнаю, как пробиться на север. Кстати, если тебе нужны деньги, можешь пойти сразиться на арене. Хозяина арены зовут Арни. Его координаты я тебе скинул. Значит так, по документам, которые ты принес с агропрома, кое-что начинает проясняться, но данных не хватает. Упоминается некая лаборатория X-18. По описанию, похоже на заброшенное подземное помещение в темной долине. Придется тебе туда отправиться и добыть недостающую информацию. Лаборатория закрыта, и чтобы открыть ее, понадобится 2 электронных ключа. Один я тебе дам, а второй заберешь у Борова в темной долине. Все, что нужно сделать... Получить второй ключ от лаборатории X-18. Проникнуть в нее и добыть недостающую часть документа. Не забудь достать костюм, защищающий от радиации. Без него ты не пройдешь. Ну что, меченый, берешься? Сапожище хреновые подсунули. Что у них, совсем совести нету у этих? За неделю подошве гоплык. Да, вот ведь как грустно все выходит. Эх, вот всегда бы такая пруха была. Это если прикинуть... Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Сапожище хреновые подсунули. Что у них, совсем совести нет у этих? За неделю подошвы гоплык. Если кто поможет.
точно звери по цвету шкуры. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, лучше всегда скучно, честно. Если кто помог. Ну что, дружище? Как они? Тебе сюда нельзя. Двигайся, что не стоит!
сталкера Меченого. Сегодня мы узнаем, кто он. Претендент на звание чемпиона или просто кусок мяса? Thank you.
бункера Меченого. Сегодня мы узнаем, кто вы. Претендент на звание чемпиона или просто кусок мяса? Мяса.
Thank you.
Идите в борщ!
Давай!